Доброго вечора. Ми продовжуємо цикл програм, які присвячені головному металургійному комбінату нашої країни – комбінату «Запоріжсталі». І сьогодні в нас особливий випуск, оскільки ми виходимо в ефір напередодні знаменної дати. Вже 16 листопада «Запоріжсталь» святкуватиме своє 80-ліття. І гостем сьогоднішньої передсвяткової програми є генеральний директор металургійного комбінату «Запоріжсталь» Ростислав Шурма. Доброго вечора, Ростислав Ігорович. Добрий вечір, уважаємо телезрителі. Я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі і традиційно ми маємо опитування. Сьогоднішнє опитування звучить так. 80 років комбінату «Запоріжсталь» – це є історична дата, це знаменний день чи це свято для міста і регіону? Я прошу наших глядачів залишати свої відповіді за номером телефону, який вказаний на вашому екрані. «Запоріжсталь» – це перлина української металургії. За 80 років комбінат ріс, мужнів, розвивався. Як це все відбувалося – далі у нашому сюжеті. Проект строительства комбината «Запоріжсталь» был утвержден в 1930 году. Уже 16 ноября 1933 дом на номер один дала первый чугун. Эта дата и считается днем рождения «Запоріжсталі». Во время Великой Отечественной войны оборудование комбината было демонтировано и перевезено на Магнитогорские, Новосибирские, Нижнетагильские металлургические заводы. После освобождения Запорожья начинается восстановление «Запоріжсталі», объявленное всенародной ударной стройкой. В последующие годы вместе со строительством новых цехов и металлургических агрегатов росло производство. Продукция комбината – чугун, слябы, горячекатанные и холоднокатанные рулоны и листы, гнутые профили – экспортируются в десятки стран мира. В прошлом году начался очередной этап в истории «Запоріжсталі». 30 июля 2012-го генеральным директором комбината назначен Ростислав Шурма. Вместе с ним пришла команда профессионалов, которая отвечает за основные направления деятельности предприятия. В течение месяца промгигант сначала вышел на безубыточный уровень, а затем стал показывать прибыль. Началась системная работа по модернизации основных мощностей с учетом экологической составляющей. В течение года было поставлено 148 исторических рекордов по ключевым производственным показателям, энергосбережению и расходу ресурсов. «Запоріжсталь» – градообразующее предприятие. Только за 9 месяцев 2013 года комбинат перечислил в бюджеты всех уровней порядка 827 миллионов гривен. Это зарплата 10 тысяч учителей и врачей. Щойно ми отримали коротенький екскурс в історію знаменного комбінату «Запоріжсталь». Ростиславе Ігоровичу, чим сьогодні живе металургійний гігант регіону? Яка його роль в розвитку регіону, в розвитку міста? Сьогодні життя на нашому комбінаті дійсно кипить. І якщо пріоритизувати основними блоками, то, мабуть, ми сьогодні займаємося трьома ключовими напрямками, весь наш колектив. Перше – це підвищення ефективності нашого виробництва. Второе – это масштабные стройки. И третье – это наши социальные инициативы. Наверное, чуть более подробно расскажу о каждом из блоков. Когда я говорю про повышение эффективности, мы столкнулись в 2013 и в 2012 году с очень тяжелой ситуацией на рынке. Конкуренция, к сожалению, все усиливается. Избыточных мощностей металлургии в мире все больше и больше. Их около 30% или 500 миллионов тонн, или около 100 комбинатов «Запоріжсталь», если называть это своими цифрами. Поэтому мы постоянно должны улучшать качество нашей продукции, постоянно повышать эффективность производства. И наш коллектив добился, действительно, я считаю, впечатляющих результатов за этот год. Вот как говорили в сюжете, мы действительно за год поставили больше 140 исторических рекордов. Исторических – это не за год, не за два, не за 10, это за все 80 лет работы комбината. Причем это рекорды не просто по каким-то показателям, это действительно рекорды, которые характеризуют основные технические и производственные показатели работы нашего комбината. Такие как расход кокса в доменном цехе, производительность самих доменных печей, расход газа в мартене, расход металла в мартене, в прокате и так далее. Второе – крупные стройки. Сегодня у нас на заводе полным ходом идут две масштабнейшие стройки – это реконструкция доменной печи номер 4 и строительство травильного агрегата нового. Также подписаны контракты по новой газоочистке, идет изготовление оборудования, ну и реализуется целый блок локальных в цехах проектов. Ну и когда я говорю о социальных инициативах наших, в первую очередь я, наверное, имею в виду налоги, потому что польза от работы любого предприятия для региона, для страны в целом – это те налоги, которые
данное предприятие дает в бюджет. И тут есть чем гордиться нам. Мы за 9 месяцев 2013 года приросли на 5% по нашим уплатам в бюджет. И цифра эта достигла более 820 миллионов гривен за 9 месяцев. Помимо налогов, мы очень активно занимаемся социальной инфраструктурой для наших работников. Сейчас идет полным ходом реконструкция нашего манежа. И уже вскоре после 80-летия, я думаю, во второй декаде мы откроем новый реконструированный манеж. Как вы знаете, на прошлой неделе мы открыли первый в Запорожье цифровой маммограф, который в первую очередь будет ориентирован на работу для наших женщин, нашего комбината, наших родственных предприятий «Запорожкокс», «Запорожогнеупор», Запорожского железорудного комбината. Мы реализуем целый блок программ в городе сегодня. И только за последние 2 недели мы, наши сотрудники и горожане нас поддержали. Я считаю, провели 2 очень хороших мероприятия. Один по вокруг Днепра, по очистке набережной, по очистке протоков на Хортице. И второй субботник был у нас в парке энергетиков в районе Запорожья Левого, где мы смогли облагородить целый квартал и, я думаю, создать комфортні умови для відпочинку жителів цілого мікрорайону. Ростислав Ігоровичу, до питань модернізації і більш соціального блоку я дозволю собі повернутися дещо пізніше. Зараз ви згадали про рекорди, про 148 рекордів, якщо не помиляюся. Трішки, можливо, детальніше. Ми знаємо, що «Запоріжсталь» завжди була в усьому першому. В чому сьогодні є першим комбінат? Бути лідером і першим – це філософія моя лична і філософія нашого колективу. Сегодня я уверенно могу сказать, что у нас есть первенство в Украине по всем производственно-техническим показателям. Мы номер один далеко впереди всех остальных. Мы номер один сегодня в Украине по масштабу строек по сравнению со всеми остальными медкомбинатами Украины. И мы сегодня имеем самый сильный трудовой коллектив. Но я хочу подчеркнуть, когда мы говорим о этом лидерстве, о этом первенстве, мы говорим об Украине. Но, как вы знаете, философия нашего главного акционера Рината Леонидовича Ахметова. Надо быть первым не только в Украине, не только в чемпионате Украины. Надо конкурировать и выигрывать в Лиге чемпионов. Поэтому для нас Лига чемпионов – это как минимум пространство России, СНГ, Восточной Европы. Поэтому мы ставим себе задачу быть первыми и быть лидерами в данном регионе. Дякую. І як мені підказують наші режисери, ми зараз маємо телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора, ви в ефірі. Доброго вечора, мене звуть Олексій. Я хочу запитати, бо я житель міста Запоріжжя, а ось раніше я бачив по телевізору Віталія Антоновича Сацького. Ось тепер є новий директор. Як це прийшла зміна? Де Віталій Антонович? Можна узнати? Доброго вечора, Олексій. Віталій Антонович і надалі живе в місті Запоріжжя. Я особисто з ним достатньо часто спілкуюсь, отримую від нього різні цінні поради і планую на цьому тижні теж з ним поспілкуватися. І надіюсь, що ми з Віталієм Антоновичем разом теж будемо на святкуванні 80-ліття нашого комбінату. Дякуємо нашому глядачеві за запитання. І повертаючись до нашої розмови, Ростиславе Ігоровичу, ви згадали про такий важливий момент, як першість в контексті трудового колективу. «Запоріжсталь» перший за своїм трудовим колективом. Даруйте, але не можу не запитати. От є багато різної інформації. Інформації не дуже хорошої. Є багато чуток десь з політичним підтекстом про те, що все-таки на «Запоріжсталі» нібито масове скорочення, людей звільняють. І все не дуже добре. Прокоментуйте, будь ласка, це. К сожалению, сокращення – це та тема, якою люблять поспекулювати різні політики. И попиариться на этом. Я хочу ответственно сказать всем, на комбинате нет и не планируется массовых сокращений. Уволить человека очень просто, а воспитать, найти и подготовить хорошего специалиста – это очень сложно. Это в разы сложнее, чем кого-либо уволить. Поэтому мы основной упор делаем сегодня на подготовку наших людей. И как пример я могу привести, буквально в прошлом месяце мы открыли новый цех, цех металлоизделий, 70 новых рабочих мест. В течение лета мы приняли 250 выпускников наших вузов, 250 новых людей получили работу. Это просто слухи и это неправда.
Тобто «Запоріжсталь» не те, що не звільняє, а й навпаки створює робочі місця. І сьогодні директор комбінату це довів у прямому ефірі. Тим часом, наскільки підказують режисери, ми знову маємо телефонний дзвоник. Доброго вечора, слухаємо вас. Доброго вечора. Хочу знати, чи буде, як буде відмічатися релігія «Запоріжсталь» 16 листопада, і чи буде повищатися зарплата робітникам? Починав, чи не повищається? Добрый вечер. Благодарю вас за вопрос. Значит, если мы посмотрим на заработную плату на комбинате «Запорожсталь», она превысила 6 тысяч гривен, средняя заработная плата. Причем по основным профессиям, такими как агломератчик, валцовщик, горновой, она превышает, она составляет в диапазоне от 6 до 12 тысяч гривен для основных наших рабочих. Если мы посмотрим на динамику заработной платы, то по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, она выросла более чем на 10%. Комбинат сегодня является одним из лидеров в регионе по уровню заработной платы, является лидером в отрасли по уровню заработной платы. И помимо всего этого, мы на сегодняшний день, как вы знаете, пересматриваем, заканчиваем пересмотр системы оплаты труда на комбинате, и мы планируем до конца текущего года утвердить новую систему оплаты труда, которая будет построена на принципах грейдинга, и в рамках данной программы мы планируем пересмотр заработных плат. Безусловно, только в сторону повышения. Дякуємо нашому глядачу за дзвінок і повертаємось до нашої розмови. Ростислав Ігоровичу, коротенько торкнулися питань масштабної модернізації. Якщо більш ширше, що вже зроблено, на якому етапі основні проекти і чого ще очікувати? На сьогоднішній день у нас в роботі два дуже крупних проекти. Перший проект – це будівництво лінії соляно-кислотного травління. Ми вже багато говорили об цьому проєкті, що це проєкт виключно екологічний. Я, мабуть, немножко остановлюсь на тому, що зроблено за останні місяці. В об'ємі стройки ми зробили настоящий прорив. Сьогодні повним ходом работает 300 человек, более 20 единиц техники. Все крутится, как нигде. На сегодня уже залито практически 70% всего бетона, смонтировано почти 70% всех металлоконструкций. И если, насколько я помню, последний раз журналисты у нас были на заводе около 2-3 месяцев назад, они видели фундаменты, они видели первые колонны, то сегодня мы имеем уже готовое практически здание, в котором начали монтаж оборудования. Такими темпами мы планируем закончить этот проект однозначно в первом полугодии 2014 года. Ну и, безусловно, внутри мы себе ставим куда более амбициозные сроки по этому проекту. Общий объем инвестиций в данный проект превышает 700 миллионов гривен. Второй наш крупный проект – это реконструкция доменной печи номер 4, по которой мы существенно ускорили темпы работ за последние месяцы. Более того, в течение ноября мы ожидаем прибытия еще 300 дополнительных монтажников, которые усилят, еще ускорят темпы работ по этому проекту. Власне, дозволю собі вас зупинити. Якраз в цю тему у нас є телефонний дзвінок, підказують наші режисери. Слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий день. Я хотел спросить господина Шурму, что, какова судьба Красной реки в Запорожье? Я прошу прощения, я не услышал. Я перепрошую, какова... повторіть, будь ласка, ваше запитання. Я хотел спросить, Красная река в Запорожье, это истоки с... Я услышал. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Значит, Красная река – это, наверное, не только вопрос к Запорожстали. Красная река – это продукт работы всего промышленного комплекса города Запорожье. Значит, собственно говоря, тот проект, который мы сейчас реализуем – по реконструкции системы травления на соляно-кислотное, позволит существенно сократить как объемы Красной реки, так и наполнение того, что есть в Красной реке. Я думаю, что после пуска линии соляно-кислотного травления каждый житель города сможет воочию убедиться, посмотрев на нее, что изменилось. Дякуємо. И все-таки продолжимо тему. Мы зупинились на реконструкции доменной печи номер 4. Значит, доменная печь номер 4 тоже будет закончена в первом полугодии 2014 года. Это будет одна из самых современных доменных печей в Украине, одна из самых эффективных печей. И после пуска данной доменной печи, я думаю, что «Запорожсталь» выйдет на свой исторический максимум по производству чугуна в доменном цехе.
и уверенно займет третью позицию в Украине по объемам производства чугуна. Более того, хочу, наверное, остановиться, что доменная печь номер 4 будет соответствовать полностью всем европейским критериям по объему выброса в доменном производстве. Говоря о наших проектах, я не могу остановиться на нашей второй газоочистке, по которой мы в прошлом месяце подписали контракт. На сегодняшний день сделаны первые предоплаты, и оборудование взято нашими производителями в работу. Где-то, наверное, месяцев через 7-8 мы ожидаем первые поставки оборудования, и до сентября этот проект будет не просто смонтирован и запущен, он будет работать на своих проектных параметрах. Це агломашина номер 2, так? Да, это вторая газоочистка по второй по очереди агломашине. Тим часом ми знову маємо дзвінок в студії. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Вячеслав Ігорович, вас беспокоїте Людмила Івановна. Я слышала, что у вас на Запорожстале есть фонд милосердия. Расскажите, пожалуйста, чем он занимается? Добрый вечер, Людмила Ивановна. Фонд милосердия – это инициатива наших работников по взаимной помощи. Очень хорошая инициатива, которая работает на комбинате уже более 20 лет. Суть этого фонда состоит в том, что каждый работник – добровольно имеет право в течение года сделать взнос. Я хочу подчеркнуть, что добровольно. По опыту данный фонд собирает более 2,5 миллионов гривен с наших работников. Причем я лично также вкладываю деньги, личный заработок, делаю взносы в данный фонд. Далее, безусловно, что у членов нашего трудового коллектива, у наших ветеранов возникают разные проблемы. Проблемы могут быть самые разнообразные, и деньги из данного фонда идут на поддержку тех людей, которые нуждаются в помощи. Вот буквально несколько недель назад последнее мероприятие, которое я видел, и было профинансировано нашим фондом милосердия, это было закуплены 17 слуховых аппаратов для наших ветеранов, которые, как вы понимаете, смогли существенно улучшить качество их жизни. Дякую, и маємо ще один телефонный дзвінок. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот у нас в городе после Александра Головко, Евгения Григорьевича Карташова, я считаю, что это были два хороших мэра, есть мэр Александр Син. Вас никогда с ней по телевизору видно не было. Сейчас я вижу, что с вами Евгений Григорьевич Карташов постоянно на связи. Не говорит ли это о том, что занедбал Син город Запорожье? Добрый вечер. Знаете, я, как директор комбината «Запорожсталь», отвечаю в первую очередь за работу комбината «Запорожсталь». И считаю, что не имею права давать оценки никому из чиновников, руководителей. Со своей стороны могу отметить, что у меня отличные рабочие отношения и с Александром Чинсановичем Сином, и с Евгением Григорьевичем Карташовым, и, безусловно, с губернатором Александром Николаевичем Пеклушенко. И они абсолютно робочі і конструктивні. Дякуємо. Повертаючись до питань комбінату, є проекти, які реалізовуються, але основний модернізаційний проект, він все-таки попереду. Я про конвертерний цех. Да, безусловно, строительство конвертерного цеха – это сегодня приоритет номер один для всего нашего коллектива. И, наверное, приоритет номер один для меня. И по своему рабочему времени этому проекту, наверное, больше всего уделяю сегодня внимание. У нас сегодня очень интенсивно идут переговоры с тремя крупнейшими лидерами. Это СМС Зимак, Siemens Fai, Даниэли. А также мы привлекли два крупнейших китайских консорциума, компанию Cherry и компанию Цизди, с которыми мы уже прошли техническую часть переговоров и находимся на коммерческом этапе переговоров. Значит, я не хочу давать никакие обещания. Я думаю, что в ближайшее время у нас должен состояться выбор поставщика оборудования, подписание всех контрактов. Как только это состоится, мы обязательно проинформируем вас и жителей города Запорожья. Тим часом ми маємо ще один телефонний дзвінок від мешканців міста Запоріжжя. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Вячеслав Ігорович, я вас хочу поблагодарить, что вы у нас есть. Это такое счастье. Спасибо вам за все. Вы идеал руководителя с большой буквы, на которого все должны равняться. Мне не нравится, что сколько передач я вижу с вашим участием, все лично недовольны, все какие-то претензии предъявляют. Да вы вообще, они видят вообще, что вы делаете для города, для всех нас.
И не слушайте никого о том, что нужно держать вечно до 80 лет пенсионеров. Нужно уступать место молодежи. Спасибо вам за то, что вы даете рабочие места молодежи. Единственная просьба, чтобы только эта молодежь, когда будет заводить деток, чтобы детские сады вы сохранили. Спасибо вам большое. Добрый вечер. Спасибо вам большое за оценку. Мне действительно очень приятно. Ну, наверное, попробую ответить на вопрос по детским садам. Как вы видите, тема детских садов спекулируется в прессе, к сожалению, очень давно. Но я думаю, по результатах нашей работы вы увидели. Если мы хотим что-то сделать и что-то изменить, мы делаем это очень быстро и результативно. Поэтому, если бы мы хотели отдать кому-то или закрыть детские сады, поверьте, мы бы это уже давным-давно сделали. В случае с детскими садами мы имеем дело с самым ценным, что есть. Это с детьми наших работников. В наших детских садах более 1000 детей работников комбината «Запорожсталь». И любые возможные изменения по детским садам будут происходить исключительно в контексте того, чтобы повышать качество услуги и качество, которое предоставляется в детских садах. Сегодня не планируется передача детских садов ни в город, ни куда-либо еще. Дякую. І щоб завершити логічно наш великий модернізаційний блок, я пропоную нашим глядачам переглянути сюжет про масштабні модернізаційні проекти, які зараз відбуваються на Запоріжжі-Сталі. В 2012 году разработан план масштабной модернизации комбината «Запорожсталь» с учетом экологической составляющей. И сейчас предприятие проводит политику постоянного снижения воздействия производства на окружающую природную среду. В мае 2013 года запущена агломашина номер 1 с новой высокотехнологической газоочистной установкой, не имеющей аналогов в Украине. Инвестиции – более 220 миллионов гривен. Следующий шаг – это строительство новых газоочистных установок для оставшихся 5 агломашин. Уже в октябре 2013 начала реконструкция агломашины номер 2 с новой газоочистной установкой отечественного производства. Следующий масштабный проект стоимостью 730 миллионов гривен, новый травильный агрегат в цехе холодной прокатки номер 1, исключает сбросы очищенной воды в Днепр. При строительстве травильного агрегата и отделении регенерации соляной кислоты по максимуму используется оборудование украинских производителей. Один из самых важных проектов – замена мартеновских печей конвертерами. Это даст снижение влияния предприятия на атмосферу порядка 24%. Отож, Ростиславе Ігоровичу, завершивши блок модернізації, хочеться повернутися до такого, можливо, не надто простого питання. 80 років історії – це все-таки довга історія. І з точки зору технічного забезпечення, обладнання, на жаль, 80 років не грають на користь. Скажіть, будь ласка, як в цьому контексті сьогодні на Запоріжжі-Сталі? Чи відбуваються ремонт, якась реконструкція, можливо, існуючого обладнання? Безусловно, оборудование у нас, к сожалению, не новое, но оно есть такое, как оно есть. Но это оборудование тоже может работать, если его правильно эксплуатировать и осуществлять за ним грамотный уход. И сегодня мы в ремонты инвестируем много усилий и много денег. Как пример могу привести сегодняшнюю ситуацию. Именно сегодня мы проводим комплексный масштабный ремонт по всей цепочке комбината, начиная с доменных печей. Все 3 доменные печи по очереди будут остановлены на 3-суточный ремонт. Далее все прокатные станы по цепочке, обжимной, цех горячего проката тонкого листа. Значит, по масштабу такого крупного ремонта на комбинате не было уже несколько десятилетий. Для того, чтобы понять размер, могу привести несколько цифр. У нас на ремонте сегодня работает 1800 человек. За 10 дней ремонта мы планируем инвестировать около 60 миллионов гривен. Цифри вражаючі і підказують режисери, ми знову маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене два запитання. Перше запитання стосується, чи існує на Запоріжжі-Сталі план скорочення споживання газу. А друге запитання стосується, чи планує Запоріжжі-Сталь прийняти участь або, скажімо так, створити захисну зелену зону зелених насаджень, щоб запобігати забрудненню з боку заводу, ну, міста Запоріжжя. Дякую. Дякую вам за запитання. Що стосується споживання природного газу? Природний газ – це дійсно дуже чутливе і складне питання не тільки для підприємства, а для регіону і для країни загалом.
Я теж, напевно, конкретними цифрами наведу декілька прикладів. В 2009-2010 році щомісячне споживання газу в літні місяці комбінатом складало понад 50 мільйонів кубічних метрів. Завдяки реалізації масштабного проєкту по пилевугільному вдуванню це споживання в 2011 році і 2012 скоротилось до 25 мільйонів кубічних метрів, тобто на 25 мільйонів кубічних метрів на місяць. На протязі 2012 та 2013 року, завдяки тим заходам, які були реалізовані нашим трудовим колективом, ми змогли скоротити споживання природного газу до 16-17 мільйонів кубічних метрів в літні місяці. Тобто ще близько 8 мільйонів кубічних метрів. А що таке 8 мільйонів кубічних метрів? Це 100 мільйонів кубічних метрів в рік. Це близько 50 мільйонів доларів, які ми змогли реалізувати на діючому обладнанні, завдяки тому, що ми вчасно проводимо ремонти, завдяки тому, що наш колектив слідкує і намагається покращити режими роботи нашого обладнання. В підсумку, якщо ми подивимося в горизонті 3 років, то ми скоротили споживання природного газу з понад 50 мільйонів кубічних метрів до 15. Тобто практично це майже півмільярда кубічних метрів газу на рік. Це є величезний внесок в платіжний баланс країни, це величезний внесок в ефективність в роботу комбінату. І відповідаючи на ваше друге запитання, в нас є комплексна програма по покращенню екологічної ситуації. Розбита на 5 років, і ця програма у нас зафіксована в трьохсторонній угоді з обласною радою та з Міністерством екології. На сьогоднішній день ми наздогнали це відставання, яке було станом на середину 2012 року, і деякі заходи навіть виконуємо вперед. І якщо ми говоримо про зелені насадження, це буде лише один із елементів цієї програми. Власне, ми говорили про ремонти і наслідок цих ремонтів, десь можливо продовження запитання нашого глядача. Як я розумію, чи матиме воно великий економічний зиск, чи можливо зиск саме в контексті енергозбереження? Ремонти – це всього лиш один із аспектів роботи з обладнанням. Для того, щоб отримати ефекти по енергоефективності, по зниженню собівартості, треба правильно його експлуатувати. Надо правильно за ним ухаживать, в том числе и своевременно проводить ремонты. Поэтому, проводя ремонты, непосредственно ремонты, мы не ставим себе цель улучшить его эффективность. Это поддержание оборудования. А по улучшению эффективности и энергоэффективности, о которой мы тоже говорили, и действительно добились впечатляющих результатов, это отдельная программа, которая больше сфокусирована не на ремонты, а на эксплуатацию самого оборудования. Ростиславе Ігоровичу, все-таки основна тема сьогодні 80-ліття «Запоріжсталі». І виглядає на те, що ми будемо святкувати цю знаменну дату. Це свято насамперед для колективу. Тому я пропоную нашим глядачам подивитися сюжет про те, чим сьогодні живе колектив «Запоріжсталі». Прошу. Социальная ответственность и забота о коллективе комбината – один из приоритетов в работе «Запорожстали». Принятый на предприятии коллективный договор профсоюз горняков и металлургов Украины признал лучшим в отрасли. На выполнение всех 120 пунктов документа только в первом полугодии выделено около 113 миллионов гривен. Десятки миллионов инвестированы в улучшение условий труда и обеспечение промбезопасности. У запорожсталевцев и членов их семей есть все возможности для отдыха и лечения в оздоровительных учреждениях. Комбинат активно занимается оздоровлением наших сотрудников и членов их семей. Это одно из важнейших направлений нашей социальной ответственности. Так, в текущем году, за текущий сезон, комбинат инвестировал порядка 9 миллионов гривен на оздоровление наших сотрудников, порядка 1,5 миллионов гривен на оздоровление наших детей. В перспективе мы также планируем наращивать объемы в данном направлении, так как это является одним из самых приоритетных, здоровье наших работников является одним из самых приоритетных вопросов на предприятии. Особое внимание и забота «Запорожстали» и группы «Мединвест» тем, кто своим трудом приумножал славу предприятия. В ветеранской организации «Запорожстали» порядка 5000 человек. Ежегодно около 500 тысяч гривен выделяется на шефскую помощь запорожским интернатам и приютам. Комбинат «Запорожсталь» в этом году вложил 8 миллионов гривен в развитие спорта. Средства инвестированы в реконструкцию спорткомплекса. Этот объект должен отвечать всем международным стандартам и способствовать развитию массового спорта. Здесь, кроме спартакиад комбината, в которых участвуют более 4000 человек, проводятся праздники «Мама, папа, я, запорожсталевцев семья». На комбинате действует комплекс
комплексная программа заботы о здоровье сотрудников. Это медицинское страхование, проведение регулярных профосмотров, лечение в специализированной многопрофильной клинике. В октябре здесь открылся цифровой маммографический комплекс, в установку которого инвестирован 1 000 000 гривен. А тим часом підказують наші режисери, що знову маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Алло, слухаємо вас. Ростислав Ігорович. Алло. Да, добрий вечір. Ростислав Ігорович, у мене к вам два питання, якщо можна. Да, конечно. Я знаю, ходят слухи, что все ремонтные подразделения выведут из состава комбината. Правда ли это? Нет, неправда. Так, и развитие программы «Доступное жилье», которое затрагивает недостроенный дом по улице Историческая. Спасибо. Ну, давайте, наверное, более подробно отвечу на первый вопрос. Значит, это неправда. У нас очень сильные ремонтные подразделения на комбинате, и было бы глупо куда-то их вывести. На сегодняшний день мы, наоборот, сфокусированы на том, чтобы максимально использовать наши ремонтные подразделения для осуществления ремонтов и обслуживания нашего оборудования. И мы действительно, и я лично, уделяем много внимания работе наших ремонтных цехов на сегодня. Что касается доступного жилья, на сегодняшний день мы активно прорабатываем один из проектов. Я очень не люблю давать обещания, я больше люблю озвучивать факты, результаты и наши достижения. Я думаю, буквально в течение ближайших месяцев вы очень подробно узнаете о нашем проекте по доступному жилью для работников комбината «Запорожсталь». Ростислав Ігорович, і до моментів приємних, моментів святкових. 80-ліття, буквально в нас залишилось трошки більше 10 днів. Скажіть, будь ласка, як будете святкувати? Чого чекати запоріжсталівці? Ну, я могу сказать так. Сегодня вся моя жизнь – это Запорожсталь. И день рождения нашего комбината – это лично для меня большой праздник. И праздновать мы планируем в несколько этапов. Ну, более подробно, наверное, расскажу. Первое – мы планируем 14 числа провести торжественное мероприятие в театре имени Магара. Мы ожидаем высоких гостей на данном мероприятии. И самое главное, мы планируем чествовать и отметить работу наших лучших сотрудников на данном мероприятии. 15 числа мы планируем открыть памятник в городе Запорожье возле стелы металлургов герою фильма «Весна на Зарочной улице» Николаю Рыбникову. А также 15 числа мы проведем юбилейную плавку в Мартеновском цехе. Ну и самое важное, собственно говоря, в сам день рождения комбината, 16 ноября, мы планируем большое мероприятие, праздничное для наших работников, которое состоится в Казак-палате. Значит, мы ожидаем, что около 4 500 наших сотрудников и их семей будет на данном праздничном концерте. Ну и не буду до конца раскрывать карты, на данном концерте, безусловно, будут ведущие звезды украинской эстрады. Це дуже інтригуюче. Маємо знов телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Алло. Наверно, не сорвався дзвінок. Дуже погано. Напевно, дзвіночок зірвався. Пробуйте, будь ласка, ще. Отож, концерти, вшанування найкращих працівників, так, їх вітання, це нагородження буде, правильно? Да, безусловно. І за участі всього керівництва, за участі всього трудового колективу, практично. Да, безусловно, да, безусловно, безусловно. Ну і, наверное, раз ми заговорили уже о празднике, я би хотів воспользоваться возможностью і поздравити наших людей, наш трудовий колектив з наступаючим 80-літтям. Пожелать самое важное – здоровья каждому, благополучия в семье и уверенности в завтрашнем дне. Дякую. Спробуємо ще поспілкуватися з нашими глядачами. Слухаємо вас в ефірі. Добрий вечір. День добрий. Вечір добрий. Ростислав Ігорович, у мене такий вопрос. Комбінат «Запорожсталь» є градообразуючим, большим і дуже унікальним підприємством по собі. Возможно ли свободное посещение его организовать для жителей города,
которые просто хотят увидеть это завод внутри, сердце его. Ну, вы знаете, как бы металлургия – это не только увлекательный процесс, это очень строгий режимный объект с точки зрения охраны труда. Поэтому свободное нахождение жителей города, оно просто небезопасно для них на территории комбината. В то же время мы планируем реконструкцию музея нашего комбината, мы планируем вынести его в отдельное здание, в отдельно стоящее, которая будет открыта для доступа для любого жителя города Запорожья, для туристов, для всех. Мы данную инициативу планируем реализовать к концу следующего года. В то же время, что касается посещения комбината, у нас существует возможность посещения для практикантов, для студентов вузов, которые записываются в организованные группы и в сопровождении наших обученных сотрудников проходят экскурсии по нашему комбинату. Отож, все-таки ми закінчили на святковій ноті, на вітанні з наступаючим святом. А я нагадую, що в нас на початку нашої програми було опитування для глядачів, які, власне, стосуються цієї святкової дати. І запитання звучало так: 80 років металургійного комбінату «Запоріжсталь» – це історична дата, це звичайний день, чи це є свято для усього регіону? І судячи з відповідей, які ми отримали на цю хвилину, близько 70% наших глядачів вважають цей день святковим днем для всього Запоріжжя і всього Запорізького краю. Такий результат тішить, прокоментуйте. Да, безусловно, мені дуже приємно бачити такі цифри і таку оцінку важливості роботи нашого комбінату зі сторони всіх запорожців. І на цьому святковому оптимістичній ноті ми будемо прощатися з нашими глядачами. Буду дякувати вам, Ростиславе Ігоровичу, за розмову. А з нашими глядачами ми прощаємося. На все добре. Дякую. До свидання.